Всем привет, меня зовут Кадыкарим Тимирлан, и я расскажу вам свою историю. Я родился в этом купе и живу здесь уже 15 лет. Мои родители поняли, что они смогут меня обеспечить, и оставили меня прямо здесь, где я лежу. Теперь я покажу вам свое место обитания. Получается, смотрите, здесь моя мама ржала, на этом месте. Это моя полка, здесь я складываю вещи, вот, допустим, мое полотенце. Это мой ночник, так он, правда, немного не работает. Здесь моя полка, здесь я складываю разные вещи. Это вентиляция боковая, только она, ну, ладно, и это вроде верхняя вентиляция, вот, там воздух поступает чуть-чуть. Еще я вот здесь кушаю, но кушаю я здесь только по ночам. Там появляется еда, еда людей, которые мне не знакомы. Я кушаю только ночью, потому что, они спят и не замечают. Из плюсов я могу путешествовать по Казахстану, по таким городам, как Астана, то есть Нур-Султан, потом Алматы, Караганда и так далее. Из минусов... Здесь все очень плохо держится и иногда воняет. Да, еще душ я не принимал уже 15 лет. Каждый день я встаю по утрам и за окном вижу красивые пейзажи. Степи и горы Казахстана. А теперь давайте подышим свежим воздухом. Видите, не все так плохо. Я горжусь тем, что родился в поезде. Все? Все, пошли хавать душу.